Всем привет! Сегодня играем в игрушку Endless War Idol RPG. Ну, судя по названию, это RPG-шка. Так, вышла она в 2019 году. Разработчик у него Radiance Games. Ну, такая скриптовая простая заставочка. Так. Чашная графика, так, выберите. Так, ладно. Так, подключаемся к серверу. Выбираем пол персонажа. Выбираем ник. Надписи на русском. Музыка довольно надоедливая. Каждый день дают какие-то бонусы, понятно. Ну, это типичная мобилка, мобильная игрушка. Ну, если я правильно помню, она еще и на мобилке есть. Так, чем? Что-то не понял. А, она сама еще и бегает. И, походу, сама еще и дерется. Так, я не могу управлять. Угу. Понятно, почему айдол. Ой, идол. Так, я могу щелкать по предметам, но он и зарабатывает с этого деньги. В принципе, и все. Больше я ничего не могу делать, походу. Так, о, нужно навыки обновлять. За деньги, понятно. Так, о, режим авто. Интересно, на что это влияет. А, в авторежиме автонавыки. Я в основном забираю золото. Так, супер. О, превратился в ульфа. Не могу, не хватает. То есть я в основном собираю одеться уже сам персонаж. Так. Так. Что-то еще можно. Какие-то надписи слишком большие. Ну, видишь, как я понял, предназначена больше для мобильных телефонов на компьютере. Появилась относительно недавно. Ну хотя для меня недавно. Так она, скорее всего, в 19-м и появилась. А на мобилках она может быть раньше. К сожалению, сейчас не посмотреть. Так, что-то еще есть. Задание какое-то выполнил. Еще что-то выполнил. Так, какой-то навык получил. Их что улучшать? А, их можно улучшать. Так. Пока. У меня вообще количество не пишется. Что-то ниже. А, вон сверху. Так, 4000 осталось. Ну-ка, что-нибудь еще. Ну, можно было еще что-то улучшить. Ладно, деньги закончились. Бегает, кого-то мочит, деньги получает, я только развиваюсь. Да, странная крышка для ленивых. А, что?
чистый разговор. А, это босс он. Так. Защиту поднять могу, могу поднять прочность. Супер, какую-то крючку дали. Не дадут нормально пощелкаться самому. Так, дали наемника. Я могу 4 наемника использовать. Вот, можно и наемник вот этот. Угу. Что еще есть? А может чуть лучше. Так. Вот надо делать. Критический урон мне хватило. О. Что еще можно сделать? В принципе, да, я то, что щелкаю по местности, я немножко денег получаю. То есть совмещен кликер с РПГшкой. Причем, судя по всему, кликер тут главная составляющая. Что-то мне частенько не стали попадаться. Ты его набил. О, новый навык. Что-то. Чего, лученька? Вот такая вот, в общем-то, игрушка. Даже не знаю. Особо думать не надо. Щелкаешь. За развитием тоже особо не надо следить. Да, тут есть разные варианты развития. Так, всего можно использовать и перка. А их, судя по меню, где я улучшал, их может быть больше. То есть можно взять 3 перка, которых использовать. А остальное уже как получится. Также можно разных наемников использовать. То есть разные варианты. Игрушка чисто так. Так, тактическая, то есть мы только выбираем основное, чем воевать, во что одеть, как воевать, а персонаж уже сам решает, кого он атакует, что он делает. Так, можно так вот и так сделать. Ну плюс да, вот, судя по всему, разные варианты. Скин не меняется, это неинтересно, но в принципе ладно. Наемники могут спешить. Здесь авто. Нанесло. А, нужно улучшить один предмет еще другого. Ну да, варианты. Так, отошли. Что им нужно быть? Кольца. Ботинки нужны. За игра, кликер, совмещенный с РПГшкой. В принципе,
А на свой комментарий тут вообще очень щелкаюсь. Может, чуть-чуть новое увижу. Ну, если что, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего доброго. Your very last breath.